Книга «Открытым оком», том 8. Вопрос 2103. Взаимоотношения. Может ли принести пользу поиск неверующими не Бога, а людей Божиих, чтобы приобрести у них благоволение щедрыми дарами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В России не раз замечали, что в храмах были написаны иконы с конкретных персонажей, часто и неверующих. Этим себя делали как бы причастными к тому, кого чтили, думая о своем легком спасении вместе с почитаемым. Ныне, где бы ни строили храм толстосумы, они обязательно будут называть храм в честь того святого, чье имя этот строитель носит, как и киоски называют своими именами или именами своих жен и любовниц. Даниил Столпник. Память 1 декабря. В благодарность за столь великую к ним милость незлобливого отца они соорудили из серебра его изображение, на коем они были представлены лежащими у ног преподобного, и были подписаны имена их. Икону сию они поставили в церкви святого Михаила, архистратига небесных сил.